Роб меня огрел тогда клюкой, помню, по голове, блин. Клюкой? Клюкой. Что за клюк? Он притворялся этим хромым. На самом деле использовал как аргумент. Как Паниковский, блин. Да, да, да. Не-не-не, у него была такая очень красивая резная трость. Да. Ну вот. Он вообще колоритно выглядел, поэтому его трость у него была таким очень важным аксессуаром. То есть, да, он не только в тот момент ее взял, он все время. Не-не-не, он с ней, да, он ей постоянно пользовался, вот, в разных ситуациях. Перед матчем, кстати, было, да, действительно красиво. У нас, кстати, тогда именно до матча собрался хороший состав с хорошим настроем, вот, и мы так уверенно вышли.